В поселке Нахабино прошел традиционный мемориальный турнир по рукопашному бою среди юношей и девушек от 8 до 15 лет. Он посвящен памяти Павла Скороходова и Александра Кайтукова, сотрудников подразделения «Вымпел», погибших при исполнении служебного долга. Уровень подготовки от самых молодых и безразрядники сегодня присутствовали на турнире, и до ребят, которые уже выполняют разряды на уровне первого взрослого. В Нахабино на турнир съехались любители рукопашного боя со всей Московской области. 10 команд, 257 участников, и у всех одно желание – победить. Иначе в спорте нельзя, говорят борцы. Мы развиваемся физически, и мы занимаемся интеллектуально. Нас учат историческим данным. Я золотой призер Московской области, золотой призер Москвы, чемпионата Москвы, и четвертое место на чемпионате России. А как известно, чемпионами не рождаются, чемпионами становятся. Уже по сложившейся традиции этот турнир является подготовительным этапом спортсменов для первенства Московской области. Соревнования пройдут на следующей неделе, но на татами выходят не только ради победы. Женщины тоже могут ходить на рукопашный бой для самообороны. Я защищаюсь от мальчиков в школе и защищаю маленьких детей. Мне далась победа третьим местом. Соревнования завершены, победители определены. Организаторы говорят, этот турнир не просто выявляет сильнейших, а еще не дает забыть о тех, кто погиб во время исполнения служебного долга. Павел Скороходов и Александр Кайтуков участвовали в проведении разведывательно-поисковых мероприятий в Чечне.